О, нормально. Всем здорово, ребята. Решил, короче, после полутора месяцев стояния этой помойки завести ее, наконец-таки. Короче, около полутора месяцев стояла, аккумулятор в ней, так что, возможно, даже ничего не заведется, скорее всего. Вот. Ну, проехаться так, пообщаться чуть-чуть. Я устроил здесь шинохранилище себе. У меня некуда мои летние покрышки деть просто. Тут летние покрышки, а там у лета валяются, их деть некуда. Вот. И сейчас бы ее по-хорошему надо отряхнуть машину, попробовать завести для начала. Чисто взять аккумулятор, клемму накинуть и попробовать завести. Потому что я думаю, что ничего не заведется. И давайте попробуем, в общем, это сделать. Я думаю, что это не увенчается успехом у меня. Так, сейчас открою. Открою капот. Вот он, аккумулятор, он сел по-любому уже, наверное. А, искры даже нет, все, походу. Никуда мы не уедем, наверное. Интересно, хоть приборы загорятся сейчас на нем, на этом аккумуляторе. Я думаю, что вольт 8, может, осталось в нем. Хотя у мороза стоял. Ну да, о, нифига себе. Где-то 10 вольт бодрых, я так понял. Сейчас попробуем чисто на сцеплении крутануть, чтобы мотору полегче было. Ага. Понятно. Ни хрена. Прикуриватель погас. О, что-то пробивается. Да, ну, очевидно, что аккумулятор уже подсдох. Сейчас подкачаем бензинчик. Давай. Есть вообще бензин-то? Что-то такое ощущение, что бензина даже нету в машине. И клемму минусовую получше надо надеть. Это в ней мозги делает она постоянно. Сейчас посмотрим. Попробуем крутануть. Подсосик дадим. Может, заведется. Сейчас буду разбираться, ребят. О, бля, пошла. Сейчас масло надо, чтобы разрезать. Сейчас она заведется. Давай, давай, бля, видишь, тяжело. Это не аккумулятор, это мотор. Ну. Да подсос полный. Тут магистраль-то прокачивать надо. Она сколько, 2 месяца стояла? Все, походу. Да. Вот, сука. Высадили аккумулятор. Да. Высадили аккумулятор. Вот падла какая. Не хочет работать. Уже темнеет. А, ну что, дубль 2. Поставил аккумулятор с амулета со своего. Вон он стоит. Давайте попробуем. Подсос есть, все есть. Передача скинута. Давайте попробуем. О, сразу завелся. Смотрите, как бодренько. Ща, ему надо просраться, да, чуть-чуть. Ну, практически. Ну, 1,5 месяца стояло. Заработала! Заработала это чудо-машина, ребята. Заработала. Это уже не может не радовать. Ох. Я хочу, короче, в амулет взять новый аккумулятор. Oh.
Короче, ребята, думаю, в Амулет взять новый аккумулятор, съездить. Вот, эту машину, оставить старый амулетовский. Вот, старый амулетовский в эту машину оставить. Чё нет-то, блин? И, собственно, будет у меня две же повозки. На эту только надо пару передних колес найти, вот на эти Жигули, на классику. Здесь передние зимние, но лысые абсолютно, вообще пустые, просто нету ничего. Вот, а этот аккумулятор по программе Trade-in сдать, который там валяется. Так, аккум убитый, оранжевый, который я еще с покупкой этой машины получил, этот аккумулятор. Вот, он там так и стоял в этой машине все это время. Давайте приборы проверим. Все. Горит. Даже бензина сколько-то есть, смотрите. Даже бензин есть в машине. Сейчас она на газ не реагирует, проваливается газ. Неудивительно, сколько стояло. Но в целом все работает. Дворники. Ух! Как сметают. Здесь хорошие дворники. Бетти. Бесконечные, не ломаются. Вот, вечные. У меня на амулете такой слой снега, они никогда не расчистят. Они там шлицы все сорвут. Ай, да, да. Вот такие вот Жигули, ребята. Мусор везде. Долго стоял, а теперь до лета будет, наверное, с мусором. Вот, как-то так. Ух, жара какая. Машина разогрелась, пока меня не было. Вообще кайф. Только у меня воздуховоды не работают на бока. Вот это вот очень херово. Вот так ездить без воздуховодов, это просто дичь. Видите, все моментально покрывается инеем. Воздуховоды неисправны. Все крепления печки сломаны. Она сечет в разные стороны. Надо разбирать всю торпеду. То есть это такой гемор, ребята, вы не представляете. Стекла более-менее отпотевают, когда в машине уже плюс 15, наверное. Только так. Но едет пока. Едет. Не знаю, доедет ли. Куда-нибудь на летних колесах, считай. Окно наконец-то у меня открывается. Я дверь с разборки купил, вот эту целиком за косарь гнилую. И покупал, короче, такой машины, там баба разбилась на пятерке. У нее переда всего нету. И дверь в крови была, она, походу, об нее разбилась, голову, что ли, разбила. И здесь все в крови было, вот тут подтеки кровавые были. Все замывал, подтеки. Вот, кто-то говорит, у кого-то есть такие традиции, ну, принципы, что, типа, ну, как с глаз, знаете, нельзя покупать двери с разборки, с аварийных машин сбитых. Мне без разницы, нормально, в крови после ДТП. Но меня уверили, что девушка жива осталась на пятерке, которая расшиблась. Я надеюсь, это так. Но машина в целом ездит. Пожалуйста, видите? Сейчас, наверное, попробую проехаться на ней. Жалко, некуда закрепить телефон так, чтобы снимать происходящее. Увы. А экшн-камера заряжается. А на морозе моментально выдохлась. Еще попробуем тронуться, учитывая, что я сзади вообще ничего не вижу. У меня колеса, тонировка. Вообще ни хрена не видно сзади. Ужасно, ребята, ужасно. Попробуем тронуться. Сцепление это еще работает у нее. Тормоза вроде есть. Трогается. Едем. Сейчас первым делом на почту поеду. Дела там есть, надо посылочки забрать. Потом уже можно прокатиться. Но уже темно будет, наверное. Машина ездит вроде. Это уже радует. Так. Теперь прямо руль. Ой. Блин, после гура вообще невыносимо так ездить, ребята. Тормозуха загорелась. Тормозухи не хватает. Так, сейчас ближний включим. О. Кстати, смотрите, какая лайба у меня стоит тут во дворе. Красавица просто. Вон какая. 21-я Волга. Офигенная. Офигенная Волга. Ребята тут гуляют. Чисто зимний флекс, зимний дрифт на классике. Ладно, я шучу. Зимний дрифт им не удастся, у меня летняя резина. Ну, в принципе, он удастся, но я по страховке потом буду платить. Страховка моя будет платить за зимний дрифт. Сейчас уберу камеру, а то слепят мне прям объектив.
Короче, ребята, оно живое, представляете? Полтора месяца простояло. Аккум подкинул, да и езжай в путь. Учитывая, что я всю тормозную систему практически поменял здесь. Ну, там, мотор обслуживания своевременное получал маслом самым разным. Я туда лил этот Лукойл, короче, всякую дрянь. Едем, едем. Жаль, без тонировочки. С тонировочкой лучше флексить. Но, о, что-то дворники вообще устали. Питания не хватает в бортовой сети. Да вроде нормально. Ну, короче, ребят, сейчас пока еду на почту забирать посылочки. И там одна интересная вещь для обзора. Не знаю, может, вы обзор раньше увидите этой вещи, а может, раньше увидите этот видеоматериал. Давайте, ребят, поехал я на почту. Ну что, ребят, я не знаю, как меня видно, надеюсь, нормально. Но если что, будете просто слушать, можно сказать, подкаст из «Жигулей» на летней резине. Вот. Не знаю, что даже сегодня обсудить с вами. Обсудим, наверное, деятельность, в принципе, на YouTube, компьютерную помощь, вот это все. Меня многие спрашивали, очень многие просили снять видос отдельный. Ну, может, я его сделаю на лайв-канале в виде вот так же, как про истории компьютерного мастера. В общем, спрашивали по поводу, как таковой, работы эникейщиком сейчас, в 2018 году, в конце. И, ну вот, в следующем. То есть очень много сейчас. Меня очень радует тенденция того, что молодые люди стали хотеть, сами хотят разбираться в компьютерах, в IT, в современных технологиях. Несмотря на то, что часть из этих ребят превращается в сектантов, ну, вы понимаете, там AMD, Intel и вот эти межплатформенные срачи, там консоли, ПК. Но все же люди интересуются. Что самое важное, интересуются дети, интересуется юное поколение. Я жил в такой период, не в 90-е, можно сказать, ну, когда был сам ребенком. Я надеюсь, он записывает, да? Да. Короче, я жил, можно сказать, не в 90-е, да, но в такой промежуток времени не очень хороший тоже. Мое детство прошло где-то вот с 2004 года по 2010. И, ну, люди чем интересовались дети? Пивом, табаком, коноплей, то есть всеми вот такими самыми обыкновенными вещами, как вот этот осадок после 90-х в стране остался. У нас не было ни площадок детских, ничего в городе не было. То есть проводить время культурно, даже парков с лавочками не было. Сейчас они есть, и дети с колонками там JBL, кто хочет, приходит и слушает, я не знаю, семечки лузгают. А раньше были всякие подворотни, бомжатники, всякие недострои, заброшки, где постоянно обитали, вся молодежь обитала в основном. Сейчас же вот люди занимаются, ну, IT, интересуются, хотят связать свою жизнь с компьютерами. И, соответственно, у них возникает вопрос, можно ли сейчас на первых порах, пока тебе 16 лет, пока тебе 18 лет, подработать именно в этой сфере. Подработать, то есть нормально, чтобы хватало хотя бы там на проезд до того же универа, на вот такую машину, на «Жигули». И я отвечу вам, в принципе, да, в принципе, можно заработать за пару месяцев на такие «Жигули», на которых я сейчас езжу. Но вот на права, к сожалению, наверное, вам не удастся заработать. Сейчас просто сумасшедших денег они стоят. Но можно, можно, подрабатывая. Но это очень сложно. Сейчас самое важное для любого эникея и компьютерного мастера – это зарекомендовать себя и нарастить клиентскую базу. Сейчас спроса в разы меньше, чем предложение. Люди обеднели. Сейчас конец 2018 года. У нас в стране кризис, сами понимаете, в политику не будем лезть и вдаваться здесь. В стране жопа в плане того, что у людей с доходами очень плохо. И, собственно, вашими услугами будут пользоваться только если вы предложите... Да, блин, пропускаешь людей, они не идут. Только если вы будете оказывать хорошую услугу за адекватные деньги. Если вы умеете лишь переставить винду и переткнуть оперативную память меж слотами, лучше просто, я не знаю, помогайте друзьям, не лезьте в это дело. Именно из-за таких вот ньюфагов все это эникейство и смешивают с грязью и с говном, поливая всех мастеров и гребя их под одну гребенку, как там тот же Бригман. То есть не разбираясь, есть честные, нет честных, всех под одну гребенку. И то же самое здесь. Если вы такой человек, который вообще в этом не соображает, лучше туда не лезть. Но лучше займитесь вот реально помощью друзьям, там максимум бабушке, там маме, родственникам.
Если же вы разбираетесь, если вы можете вылечить синий экран, если вы можете понять то, что там проблемы с жестким диском, вы можете замерить мультиметром напряжение сети, если вы можете произвести комплексное обслуживание, не сломав крепление, я не знаю, не поломав конденсаторы и не роняя отвертку в системный блок, тогда вы можете подзаработать. Вот. Многие тоже спрашивали, какой доход. Я жил на этом. Я до 17 года, до середины, до того года, только этим и жил практически. Я работал на работе основной 2.2 и ходил, собственно, по домам, домушникам, ремонтировал компьютеры. Почему меня сначала так рубрика Бригмана бесила? Потому что он прям всех реально равнял, но, по-моему, в каком-то видео, ну, не извинился, я не знаю, сказал, что да, есть честные мастера, таких тоже много, просто в нашу концепцию, но они не подпадают, так как смысл смотреть на честных мастеров никому не интересно. Вот. Зарабатывать можно, если без обмана, без какого-либо обмана, если работать честно, честным компьютерным мастером, не напрягаясь, а совмещая с основной работой, можно зарабатывать до 20-25 тысяч. Это предел. Это если вы 2-2 работаете и примерно 2 дня после этих в свои выходные будете хотя бы по одному заказу выполнять. Ну, плюс расходы, если у вас нет автомобиля, это автобусы, потому что не всегда можно найти именно в своем городе заказы. Я не брезговал, ну, я рассказывал в других видео, я не брезговал и по 100 километров от своего дома ездить, чтобы заработать лишние там 1500-2000 рублей. Так как я в этом ничего зазорного не вижу, деньги нужны всегда. Вот. То есть, по-хорошему, машина все же нужна, если вы будете обслуживать какие-нибудь деревни. Также, где размещать объявления, многие спрашивают. Я вам скажу, Авито полное дно. Авито абсолютно практически не работает. Там допустимо сейчас только одно объявление в разделе «Услуги» в месяц бесплатное. Остальные разовые публикации стоят, по-моему, 199 рублей. И эти разовые публикации практически не работают. Я живу в городе почти 25 тысяч человек и заказывал около 6 раз вот эти разовые публикации. Пытался, можно сказать, заработать денег. И с Авито у меня было всего 4 заявки. То есть за все вот это время, учитывая, что у меня практически самые низкие цены и предложений на рынке услуг всего было 4 в нашем вот городе, у меня было всего там 4 заявки, ну где-то так. Это мизерное количество. Одна заявка покрывает вот эти вот публикации, там повторные, и это жопа. Так что Авито почему-то с, ну я не знаю, вот так вот... Не знаю слово, как подобрать, как бы. Авито спекся, что ли, слился. Люди сейчас стараются не искать услуги через Авито, потому что Авито – это сраная помойка бомжатская. То есть один хлам, одно старье и куча рассадник мошенников Авито. Поэтому люди обходят стороной. Где хорошо продается, где хорошо реклама работает? Реклама хорошо работает в группах ВКонтакте городских. Допустим, там какой-нибудь «Подслушано», я не знаю, «Владимир», «Подслушано», «Нижний Новгород». Если у группы хорошо по просмотрам, смотрите посты группы, то есть сколько людей в среднем охватывает один пост. Сейчас, если с компьютера, да и, по-моему, с телефона смотрите пост какой-то, в каком-то паблике, вы можете посмотреть, сколько народа его увидело. То есть если вас устраивает какой-нибудь там «Подслушано», «Нижний Новгород», в среднем пост смотрит до 10 тысяч человек в течение недели, то я советую пробовать, ребят, заказывать рекламу там. Но, естественно, я не какой-то, не SMM-щик все-таки, именно с вот этим, ну, не какой-то пиар-менеджер. С этим я подсказать не смогу, с маркетингом у меня плохо. Но вам надо подготовить хорошее объявление, чтобы людей оно интересовало. Если вы напишете, я не знаю, с ошибками, без разделений, какую-то билиберду, чушь какую-то, то, конечно же, сколько бы вы постов ни купили, никто к вам не обратится. Нужно хорошо оформить объявление, сделать такую нормальную подачу и обязательно указать и телефон, и свой ВКонтакте. Сейчас людям проще, у нас 21 век все-таки, людям проще писать напрямую о проблемах там с компьютером, я не знаю, с каким-то оборудованием, прямо в ВК. То есть человеку удобнее связаться с мастером будет ВКонтакте, нежели звонить по телефону. Поэтому я советую не использовать фейковые страницы. Я советую всегда, чтобы человек вам мог доверять, с основной страницы выкладывать рекламу, указывать себя в контактах от рекламы и давать свой номер телефона уже, то есть постолько-поскольку. В основном у вас трафик и заказы будут идти через страницу ВКонтакте, скорее всего.
Это группы барахолки, подслушано, всякие городские паблики, там типичные какая-нибудь, типичная Вологда, допустим, и прочее. То есть, ну, обязательно смотрите, эти группы есть мертвые, очень много таких мертвых групп с ботами, то есть там в группе якобы 60 тысяч человек, а из них 50 тысяч это боты. Поэтому обязательно смотрите средние просмотры постов, это очень важно. Вот. Ну и где еще можно пиариться? На Юле есть бесплатное размещение, тоже не так много их стало. Юла превратилась в коммерческую платформу за год своего существования. Но там еще тоже идут заказы, относительно, скрипя зубами, но они там идут. Люди с Авито, с этого рассадника мошенников, перешли на Юлу. У нас, по крайней мере, в Московской области. И на Юле трафика больше, я это заметил лично. Что по просмотрам, что по переходам и по прочему. То есть с Юлы тоже можно иметь заказы. Вот. Что по ценам, можно сказать? По ценам старайтесь держать планку чуть ниже среднего. То есть посмотрите сайты конкурентов, напишите сами конкуренту в личку, узнайте, что сколько стоит, и потом назначите цену чуть ниже, чтобы люди обратились к вам, естественно, если они будут выбирать между там двумя-тремя с компаниями, двумя-тремя частниками. И я скажу, что прям совсем до дна опускать цену не стоит, даже если вам нечего есть. Потому что именно из таких людей будут страдать уже другие среднестатистические мастера. Человек один раз ему кто-нибудь переставит винду за 500 рублей. И человеку уже на всю жизнь, там это, я не знаю, в голову заложится, что больше 500 рублей полная установка винды там с драйверами не может стоить. Ну и, соответственно, другие мастера уже будут выглядеть в глазах этого человека разводилами какими-то. Так что, ну, думайте сами. Так что самые низкие цены, ну, они еще и подозрительные, поэтому я не советую их ставить. У человека может возникнуть подозрение, почему тот делает за 1500, а вы за 400 рублей. То есть где-то таится развод в любом случае. Так что, друзья, по поводу Anycase, в принципе, выживать можно с помощью этой работы. Про трафик я вам вкратце сказал, где лучше брать сейчас, в наше время. Откуда у меня, по крайней мере, все последние заявки шли, это ВКонтакте и Юла. Авито не работает. Также можете раскидать свою компанию якобы во всякие каталоги организаций бесплатные. Есть такие бесплатные каталоги организаций городов. Там, допустим, какая-то ЖКУ, магниты, там какие-нибудь магазины. И туда можно добавлять организации. Берете ООО, я не знаю, рога и копыта, любое ООО придумываете из головы, никто там ваш ИНН требовать не будет. Свой номер телефона указываете и фейковый адрес, какой-нибудь на отшибе города, что туда точно никто не поедет, укажите. И оттуда тоже очень неспешно, очень хреново, но трафик идет. Я добавлял свой номер и свой сайт еще года 3 назад, и у меня до сих пор иногда раз там в неделю кто-то оттуда звонит с этих каталогов. То есть они даже вот спустя 3 года без какого-то искусственного поднятия, фейковых отзывов, они работают, эти каталоги. То есть там можно иногда на баночку, там, не знаю, нет, на бутылочку вискаря заработать, на баночку пива, это, конечно, сказано слишком мало там. Ну, на ящик пива и пару пачек сик, косарик можно заработать. Так, чисто съездить, не напрягаясь, решить чью-нибудь проблему. Вот, но, я говорю, жить и использовать этот доход, именно честный доход, как основную работу у вас не получится. Это невозможно. Либо вы будете обманывать людей, прям жестко обманывать людей. Вот прям выставлять на бабки, я бы так сказал. Но за это можно уйти с выбитыми зубами, разбитой харей. Есть некоторые люди, такой тип людей я знаю, они не будут церемониться, они просто разобьют вам рожу. Я понимаю, что для этого надо быть психологом и понимать, кто вам может разбить рожу, чтобы не называть ему дикий конский ценник. Но я бы не стал все же, так как, ну ее нафиг, ребята. Лучше остаться с зубами, с честью, с достоинством. И чтобы тебя зарекомендовали, ну, ты сам себя зарекомендовал перед другими людьми. У меня гарантийных случаев за вот все время, за последние 2 года, наверное, было всего штуки 3. И то там по мелочи. Где-то, пока я отдал компьютер, пока он ехал, провод отлетел с ада там, ну, с жесткого диска. Я вот почему в некоторых видео, где я пересылаю компьютеры почтой и где я отдаю компьютеры, что их далеко там надо будет увозить, я приклеиваю горячим клеем SATA кабеля и SATA питания, потому что они отваливаются от вибрации. Не знаю, как там люди возят эти компьютеры, но факт остается фактом. В общем, я вот себя зарекомендовал, и до сих пор ко мне обращаются по старым рекомендациям еще с 14 года, с 15-го, то есть, вот. Так что чисто как подработочку, халтуру студенту можно рассматривать. Главное найти трафик и найти целевую аудиторию. Так как сейчас просто куча мошенников, куча дилетантов, о которых я сказал, которые даже не знают, я не, ну как там в BIOS нормально зайти.
не могут приоритет настроить, а уже винду всеми силами человеку хотят переставить. Таких дилетантов на Авито просто куча. Мало того, что у них все объявления с ошибками, там через одно слово ошибка, такие недопустимые ошибки, можно сказать, русского языка, орфографии. Ну и плюс много мошенников. Вот. Но заработать вы можете при желании, это я вам гарантирую. Но больше 20-25 тысяч при плотном графике честный мастер вряд ли сможет заработать на обычных каких-то типовых заказах. Вот, так что, и да, еще раз повторю, что очень рад я за современную молодежь. Я вот получился дебилом, да, туповатым, ну, реально туповатым. В принципе, кроме меня здесь винить некого, потому что я сам как бы выбирал свой жизненный путь. Сам там пил пиво с друзьями вместо того, чтобы образовываться, заниматься самообразованием. А сейчас отупел, и, в принципе, если я даже захочу заняться самообразованием, у меня уже не получится. У меня очень тяжело вся информация воспринимается. И очень радует, что люди, особенно вот такого юного возраста, интересуются компьютерами, техникой. Значит, все же не все потеряно у нас в стране. Есть надежда на светлые умы, как говорится, на тех, кто придет и... Да что ж там происходит? Разъехаться немного, блин, два дурачка. То, что за светлыми умами, за этими будущее. Так что, ребят, молодцы, что занимаетесь компьютерами, копаетесь в них и самообразовываетесь, самое важное. Потому что все мои знания о ПК, абсолютно все, они были как раз получены в юности путем самообразования. Меня никто не учил, я не посещал никакой колледж, поэтому по всем этим делам. Это все было методом проб, ошибок за долгое время. И я рад, что хоть что-то у меня в жизни получилось. Ну что ж, друзья, раз все записывается, не знаю еще какую тему поднять, можно обсудить. Хотелось бы еще, да, обсудить одну такую тему интересную. Хочу ввести, вот есть такие, этот, там, Эльдар автоподбор, ну вообще есть автоподборщики. А почему еще в нашем деле, в нашем компьютерном деле нет компьютера подборщиков? То есть, когда человек не может сам решиться на покупку, не может сам решить, что ему покупать, у него есть определенный бюджет денежный, и, собственно, ну, как бы помощь, оказывать помощь за определенные деньги, за определенную сумму, оказать человеку помощь с подбором, с покупкой какого-то железа, компьютера, с проверкой, с ним там можно съездить или без него. Вот, проверять комплектующие, которые продаются, ну, вернее, проверять компьютер и его комплектующие, потому что у нас тоже много и перекупов, и разводил, и всякое такое вот говно продают люди на Авито, и даже не это, глазом не моргнут, впарят полный хлам, который отвалится через буквально, я не знаю, там, неделю-две. Также иногда есть хорошие дешевые предложения, но эти предложения, ну, люди не рассматривают, там, потому что, допустим, грязный, пыльный, надо обслуживание производить. Ну, допустим, нужен какой-то ремонт железки, но она действительно стоит своих денег, она ниже средней цены гораздо там, но нужно просто приложить руки. То есть можно вот так тоже такие машины подбирать людям и просто приводить их в порядок, чтобы они нормально работали. Потому что если компьютер сломан, это же не значит, что его нельзя починить. Конечно, его можно починить. Чтобы не было, в принципе, любую проблему, практически любую, можно починить. Это все вопрос денег. Но бывают действительно случаи, как вот я там покупал пару раз компы на Авито. Ну, копеечные компы, а даже если их по комплектующим раздербанить, можно навариться 2-3 раза, иногда и в 4 раза больше наварить денег, чем он стоит как таковой. Вот, думал запустить пробную эту, ну, рубрику на лайв-канале, возможно. Просто у меня ни оператора нет, никого. Даже если буду ездить подбирать какие-то компьютеры, как это все будет происходить в одни руки, грубо говоря, в мои, я не представляю. Это бред какой-то. Вот. Даже, не знаю, если честно. Но было бы неплохо запустить рубрику «Компоподбор». Думаю, многим было бы интересно, ну и многие могли бы обратиться за определенную там плату. Не знаю, не думаю, что там какой-то конский ценник. Просто в эту цену должен там ходить бензин, время, там покушать. Ну, это же надо будет ездить, выбирать что-то человеку. Если еще снимать, то какой-то оператор нужен в любом случае, какой-никакой. Это тоже его рабочее время, можно сказать.
Ну, надо там даже, если не оплачивать уж как зарплату, но символически хотя бы в помощь, так сказать, то, что он помогает, снимает. Вот, так что, ребят, вот такие дела. Думал, напишите в комментах по поводу компоподбора. Пока не знаю, с кого начать. Ну и может, кстати, кто-то хочет первым в этой рубрике поучаствовать в компоподборе. Желательно Москва, область, ну, можно чуть дальше. Но с ДЭК и прочие компании там очень дорогая пересылка. Пересылка может стоить как там 1/5 ПК. И плюс нужно искать какие-то коробки, потому что СДЭК без коробки не принимает. А коробки, блин, вот у меня таких коробок нет. Где купить такие коробки под какой-нибудь ATX корпус, я, честно говоря, не знаю. Вот, не знаю, как этот тот же ремонтяж реализовывает пересылку своих компьютеров. Но у него корпуса в основном новые, и у него, получается, коробки для пересылки с деком есть. А у меня, если я буду подбирать компоподбор, то где коробки брать, это, конечно, блин, вопрос, ребята. Это реально вопрос. Да и плюс уплотнитель поролоновый, там вот это не поролоновый, а вернее, извините, пенопластовый, тоже он на дороге не валяется. Где искать его в таких объемах, в таких масштабах, я тоже ума не приложу. Но можно пока чисто местный такой сделать, попробовать на том же лайв-канале. Но если серия хорошо получится, можно и на основной залить компоподбор. Это так чисто вот со мной человек сядет, и мы поездим, поищем ему нормальный компьютер, посмотрим разные варианты в определенном бюджете. Так что почта в описании, если кому-то интересно, рассмотрим. Не обещаю, что это будет, но хотя бы рассмотрим ваше предложение. Москва и область, можете отписываться мне. Но имейте в виду, что мне тоже придется заплатить какое-то определенное количество денег. Ну, хотя бы там, я не знаю, символически, я говорю, за дорогу, за еду, за время, за то, что мы с вами проведем. Вот, так что хз. Да, это, конечно, сложно. Напишите ваши идеи по поводу, в принципе, реализации этого проекта. Как бы вы хотели его видеть, можете и на почту написать свои идеи. Я, конечно, подписан, ну, на Эльдара, там, автоподбора. Я все знаю, как это выглядит, но у него есть штат сотрудников, у него есть операторы, я еще раз повторяю, все есть. У меня есть я один, все, и ничего у меня нет. И вот эта машина, и амулет, все, у меня ни хрена нету. И у меня нет ни звукаря, ни оператора, ни ничего. Вот. И монтирую я все сам в Вегасе. Говномонтажик от Мурка, как говорится. Вот, это еще одна тема была по поводу компоподборов. Я думаю, что это будет, в принципе, интересно. Также покупки с Авито сейчас в последнее время. Что-то я уже говорил в этом видео. Если вы мотали, повторю, народ обнищал жутко, жрать людям нечего. Не на что колбасы купить. Так что сейчас на Авито дешево, что-то вот последние месяцы я мониторю какую-то интересную комплектуху, именно вот интересную. Не просто где там на 30%, на 20% цена ниже, это никому не интересно. Я мониторю именно интересную комплектуху в виде готовых там ПК за 2, 3, 4 тысячи рублей. Ничего годного. Люди все пропали. Ну вот, раньше еще продавали, я умудрялся покупать, и в этом году даже. Сейчас что-то с компьютерами тяжело. Либо перекупы все расхватывают за копейки. В общем, интересных и годных предложений. В основном одни 478 Core Duo валяются, которые у меня у самого дома валяются, и даром никому не нужны. Кому сейчас Core Duo нужен для, ну, такой работы даже в офисе? Ну, Core Duo уже слабовато. Я, конечно, понимаю, что жить можно, но реально слабовато уже. Вот, так что по Авито пока нет у нас новых покупок. Все банально из-за того, что просто-напросто никто путевого ничего не продает. Вот. А по покупкам с Али, в принципе, можно. Можете мне тоже на почту покидать интересные ссылки на интересные товары, ребята. Если будете кидать какую-нибудь хрень, ну, я удалю сообщение, разумеется. На какие-то интересные товары, и желательно на которые, ну, какие-то там прям популярных обзоров нет. Потому что мне некоторые кидают там те же вот эти 1060-е фейковые. Ну, кому это интересно? Я заплачу 5 косарей за нее. Даже если я их рефаунду, эти 5 косарей, как это там называется, реф. Мне-то от этого что? То есть это же та же GTS 450. Ну, дай бог, какая-нибудь GTX 550. Никому не интересно вот эти 1060-е поддельные. То есть кидайте что-то, что реально будет интересно и вам, и народу. Ссылки на почту закажем. Пока у меня ваши же деньги, ваши же донаты есть там, пока мне донатят, пока канал приносит прибыль, надо заказывать и надо, ну, собственно,
снимать что-то интересное для народа, так сказать. Ну и плюсом там, вот камеру я купил, 26 тысяч потратил на камеру. Это вот самая сейчас последняя такая трата канала была. Серьезная, 26 тысяч все-таки на дороге не валяется. Это вот собрано там с ваших донатов, с пожертвований на каналу. Вот, со спонсорских подписок. И, наконец-то, вы мне купили, ну, я, так сказать, решился на покупку Panasonic. Ну, я не знаю, может, у меня обзор вышел, может, не вышел. Может, я его вообще не сделал, не смонтирую. Потому что получился он такой себе. Вот. Да и что ты пинаешься-то? Сцепление бросил, пинается. Вот. Так что жду ссылочки на очень интересные, самое важное, товары на Алиэкспрессе. Думаю, будет интересно заценить. Ну и ваши разные предложения по контенту. Я, конечно, если я вам, ребят, не ответил, не обижайтесь, значит, это совершенно неинтересно. Так что у меня бывает по 70, по 100 писем, и отвечать каждому развернуто, но это прям с ума сойдешь. Так что можете свои идейки писать на почту, она прям первая в описании. Можете писать, кидать ссылочки на Али. Все рассмотрим, самое интересное попадет в ролики, разумеется. Ну и даже не знаю, короче. Мне просто в последнее время самому же не нравится свой контент. Какое-то говно, если честно. Я не развиваюсь, я не деградирую и не развиваюсь. Все на том же уровне, буксую. То есть, если кто-то развивается, я не знаю, тот же Шелест развился уже за это время, прям дико развился. Кто еще-то, я так решил, канал есть, да, такой годный. Там мужичок, ну, блин, я не знаю, как его зовут, без обид, если он смотрит. Такой качок-мужичок тоже, он развился неплохо. У него прям, если сравнивать с его начальными роликами, которые я видел, у него прям офигенно качество контента выросло. А я же все стою на месте, наверное, потому что, опять же, я один. И никто мне не помогает. Вот такие дела. Все на своих плечах, как говорится. Ну, как видите, «Жигули» работают, «Жигули» живые. Сейчас надо купить аккумулятор и заехать, наверное. Так, что по зеркалам не вижу. Надо сейчас купить аккумулятор, съездить. А то у меня амулет что-то совсем... Амулет совсем задыхается. Еле заводится с утра с вот этим аккумулятором, который в «Жигулях». Надо покупать уже аккумулятор. Этот аккумулятор, который сейчас стоит 2008 года, представляете? То есть... На амулете он, наверное, стоял, ну, практически с ее рождения. Машина 7-го года и аккумулятор 2008-го. Может, там родной какой-то китайский был говном, и на амулет люди купили в 8-м году. 10 лет свинцовому аккумулятору – это прям жесткий приговор. Но вот в этой машине, как видите, он сейчас отлично работает. Мы завелись, уехали. А амулет капризничает и пердит с этим аккумом. Не хочет заводиться. Да. Приехал в автозапчасти, в общем, ребят. Вот такие дела. Пойду куплю аккумулятор. И, наверное, уже будем заканчивать сегодняшний выпуск, ребята. Короче, сходил в магаз, купил вот такого зверя. Новый аккумулятор в амулет взял, чтобы он заводился по-человечески. 60 ампер часов. 3950. Практически самый дешевый аккумулятор. Вот. И сдал свой старый за пятихаточек, скидочку, короче. Ну, за 3,5 тысячи, грубо говоря, аккумулятор взял. А вот этот амулетовский пускай здесь, вот, в «Жигулях» остается. Ей все равно нормально, короче, пойдет. Он у меня тут такой бардак, блин. Ужас, посылки, водичка, банки. Смотри, как грязно все, ужас. Надо все весной вымывать, вычищать. Так как «Жигули» просто превратились в помойное дно. Ну, вот такой вот аккумулятор взял себе на амулет. Да, надеюсь, теперь буду заводиться с утра не... А нормально, по-человечески. Вот. Ой, какой вампирский свет. В общем, ребят, вот такой вот был лайфблог. Пишите свои мысли по поводу подбора, по поводу рубрик, по поводу железа, которые можно заказать на обзор из Китая. Ну и вообще свои мысли по развитию канала. Я все рассмотрю, но я говорю, если я вам не отвечу, ребят, значит совсем ересь написали какую-то, даже прям время тратить не буду на это. Не обижайтесь, то есть никаких обид, реально, ребят. Я вас всех люблю, вы знаете, видите, я общаюсь с вами нормально, и мы с вами, в принципе, нормально общаемся все это время, и я рад, что получил с такой аудиторию адекватную, вот самое важное, адекватную, из нормальных людей состоящую. Не буду сейчас пальцем тыкать, у кого неадекватная. Вот, но вы у меня в основном, то есть никто не хает ничего, не хейтит, не срет нигде в комментах там какие-то гадостями.
на чужих каналах. Так что вы молодцы, ребят. Очень рад за такую чистую и хорошую аудиторию. Всем большое спасибо за просмотр. Вот такой вот был болтология, как у Нитроксенуса. Только у меня она в автомобиле, чтобы разнообразить фон. Вот, в автомобиле-то поинтересней. Ну и показал вам, как через полтора месяца простое Жигули завелись и прекрасно ездить. Даже ничего не отвалилось, как ни странно. Я сам вообще в шоке, если честно. Там, наверное, ряха моя на камере получается просто страшно. В общем, ребят, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписочка, комментарии и свои предложения и идеи на почту. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем пока.